Мы находимся на полевом городе Оренбург, на делянке под Солнышко, где мы применяли Листега Про. Слева от меня это контроль, где мы не применяли Листега Про. В основном сорняки у нас были это просо куриные, чирица, марь белые, чины клубненосные, молочай лозный. В фазе 5 листьев под Солнышко мы применили наш гербицид Листега Про в дозе 1 литр на гектар. На данный момент фитотоксичность не наблюдается. В этом сезоне нам представилась возможность применить новый гербицид Листега Про на подсолнечнике в данном хозяйстве. Давайте посмотрим на контрольный вариант. Виден высокий фон засоренности. Такими сорняками, как куриная проса, марь белая, вьюнок, полевой и другие. Численность их очень высока и составляет более 200 штук на квадратный метр. А здесь 16 июня была проведена обработка гербицидом Листега Про с нормой расхода 1 литр на гектар. На момент обработки подсолнечник был в фазе 4-5 настоящих листьев. Наблюдения, проведенные ранее, показали, что признаки фитотоксичности на культуру отсутствовали. Мы видим, что благодаря применению гербицида Листега Про, его высокой системности, был достигнут уровень, близкий к максимальному значению по отношению к таким сорнякам, как куриная проса, марь белая, чирица и другие. Гербицид Листега Про относится к новому поколению селективных гербицидов для гибридов подсолнечника производственной системы Clearfield Plus. Предназначен для подавления двудольных и злаковых сорняков и всех рас заразихи.